Да, на тату меня подбила подруга Лиска. И хоть я знала, что получу от мамы люлей, я согласилась. Мы пришли в салон. Я была в шоке. Я просила, чтобы мне нарисовали маленький рисунок. И мне нарисовали во всю шею. Дома я подошла к зеркалу. Такое тату выглядело круто. Но я вспомнила мамины слова. Я могу татуировки понаделывать себе, видите, еще бы на жопе сделать. Хотя на жопах тоже уже делают. На всякий случай завяжу-ка я шею шарфом. Я решила рассказать первому папе. Если что, маме он точно не расскажет. Папа, я сделала тату. Вот. Я рассказала, что оно временное. В общем, я так поняла, папа был не против. Осталось сказать маме. Пришла мама. Я начала молиться, чтобы у нее было хорошее настроение. Вот ты Лизка-то, а? Сволочь такая, да она? Походу, у мамы не очень хорошее настроение. О, доча, привет. Привет, мам. А ты откуда? Что значит, откуда я? С распродажи. А? Правда, Лизка мне там всю малину попортила. Но твоя мама тоже не промах. На, доча, это тебе. Я его у Лиски вот этими вот руками забрала. Это, конечно, все круто, но ты же знаешь, что я не ношу платки. А, то есть, начала носить, да, обязательно одену. Очень нравится. Угу. Все, у меня нет настроения, что-то хотела? Да нет. Я решила, что на всякий случай сейчас лучше не лезть. Сообщу попозже. А, да, кстати, доча, найди мне, где можно сдать волосы. А это чьи волосы? Лискины. Я же говорила, мама твоя не промах. Чуть позже у мамы тоже было плохое настроение. Я решила дождаться любимого сериала. Он всегда и поднимал настроение. Так, всем тихо. Ты что, дашь ей уплыть? Все мужики такие. А, бессердечные. Хоть бы слезинку проронить. В общем, я решила и сейчас тоже не говорить. И что? Я вон каждый раз смотрю, как в первый. Нет настроения. Алло, это оператор. В конце концов, мне это надоело, и я подошла к ней. Ну что, что я звонила в другую область? Оплачивать будете или нет? Вы потеряли ценного абонента. Отключились. Доча, как заблокировать сим-карту от МТС? Через личный кабинет. Мама, я сделала тату. А, это знаю я. Блин, как же зайти в личный кабинет? Ты мне сделаешь или нет? Подожди, откуда ты знаешь? Твой отец мне сказал. Папа? Эй, не проходи мимо! Если тебе понравилось это видео, то обязательно подписывайся на мой канал, нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. У меня впереди еще куча идей, мне нужна твоя поддержка в виде лайка. Тебе не сложно, а мне безумно приятно. Ну и спасибо вам за просмотр, удачного дня и пока-пока-пока-пока-пока!